Приветствую вас, дорогие наши зрители. Давненько не было у нас уже обзорчика, были очень огромные проблемы, но это мы потом запишем в отдельном ролике. Сегодня у нас Killfest, это бесплатный шуточок в кооперативе по сети. Даже не знаю, смогу ли я зайти в игру или нет. Буквально вышло 2 дня назад, да. Достаточно требовательное, достаточно все жестко. Так, давайте присоединимся в лобби, если есть возможность, или давайте хотя бы создадим. И начнем игру. Посмотрим, что это как. Думьё то. Монетки, деньги. О, даже звука нету на подбора. Монет, даже стрельбы звука нету, прикиньте. Ну, типа дума решили бахнуть, да? Он даже в прыжке застревает, прикиньте. Жестко. Это что за фиксик, ёпта. О, звук откуда-то появился. Так, чё, куда идти-то? Суровые ребята. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Зарядка. Чё, патронов нет, прикиньте. А где патроны брать? Блин, он вверх не прыгает. Пойдем обратно. Там патроны есть. И я знаю. Бля, а как здесь стрелять тогда? Это мне просто интересно. А, не всегда в этом месте? А, нет. Бля, какие засветы, боже мой. Вау. Kept you waiting, huh? Ага. Даже урон... Вообще, с звуками даже поленились. Все, конец игры, я проиграл. Что за пиздец? За минуту 50. Ну. Майн меню. Туториал это лобби, но присоединиться негде. Один. Создать. Купил лобби ID. Давайте повторим. 100 патронов. Как стрелять? Что стрелять? Я понятия не имею. Давай пойдем сюда. Ну это как бы вот Doom, когда первый пошел, вот примерно то же самое. Или как там Hellgate, Hellgate, как там это все. Блин, но вверх он не может подняться, получается. У нас только там. О, здесь даже коллизии не настроены. Смотри, как они далеко стреляют. А я не... А, еще лава тебе жестить не может. Еба. Посмотри, он типа вниз уходит, вверх, вниз, нет. Ё-моё. Давай. Боже мой. Какой ужас. Мы сегодня только, кстати, обсуждали эту тему насчет бесплатных. Что когда ты делаешь бесплатную игру, на тебе еще больше ответственности, чем платная игра. Все, 15 кп, прикиньте. Я худею вообще просто. Вот это извини. Бля. Я просто худею. Попытка номер 2. 3, точнее. Третья попытка. Это просто, я не знаю. Вот. Почему у людей вот просто нет какого-то определенного старания? Конечно, они скажут, ну это же бесплатно. Чё хочешь, то как бы, а чё ты хочешь от нас, да? Но извините, это как бы не особо, блядь, правильно. Будем экономить более-менее патроны. 71. 90 хп. О, фиксики прилетели. Не знаю, у них как-то броня какая-то срабатывает, что-то такое. Я даже не понимаю, вот он меня ранит или что, жизнь-то у меня отнимается. Понятно. Давай хоть одного убьем. Твою мать, патроны кончились. Все, 0 патронов. Как попадать, вообще не понимаю. Ладно бы здесь как бы сотка была, да? Было бы другое дело. Бля, лава. Угу. А где третий? Третий где?
О, там патроны есть. Японская жопа. Бля, ну он просто как будто это отражал, походу он так убивает. Жестко, конечно. Это просто бесплатная трэш-жопа какая-то. Я смысла нету, в принципе, тут говорить, но мне просто было интересно, и чтобы вы тоже не тратили свое время на все эти закачки, для чего я и показываю в целом геймплей таких игр, чтобы вы понимали, есть смысл качать или нет. Ну, как видите, смысл качать нет. В любом случае, всем спасибо. Не забудьте поставить лайкосик. Всем пока.